Доброе утро, все любители влажного бритья. Сегодня у нас очередное бритье. Щетине 2,5 дня. И, соответственно, надо побриться. Сегодня мы продолжим испытание индийского станка компании Pearl Flexi. Сегодня мы пойдем уже на позиции, наверное, поагрессивней. На пятерку, на шестерку. И посмотрим, как он будет работать на этих позициях. Лезвие сегодня я туда поставлю проверенные PermaSharp, одни из любимых моих лезвий, и посмотрим, как это все дело будет работать вместе. Вот, родные лезвия, хочу сказать, очень даже неплохие оказались, которые шли в комплекте. Вот, но надо попробовать, что этот станочек показывает с другими лезвиями, которые, да, мы знаем, мы любим, и поэтому, которые нам более привычны. Так, ну, все отлично. Так, сразу, сейчас. Переводим на пятерочку, чтобы не забыть. И все. И пойдем в бой. Вот, пятерочка, видно, интересно. Так, дальше. Дальше мыло. Мылом сегодня будет тоже продукция компании Pearl. Вот такое вот мыло. The Artisan Shaving Soap, Shaver Spirit, Fresh Beginning. Вот такая вот баночка, 50 грамм. Вот мыло, правда, почему-то вот крошится чуть-чуть. С такой вот прокладочкой. Такой свежий. Цветочный аромат. Ближе где-то к продуктам из масс-маркета. Вот что-то вот таким. Сейчас мы возьмем нашу лопаточку. Чаша сегодня будет 3D маленькая. И наберем отсюда. Оно не очень твердое мыло. По мазочкам сюда, как понимаете, лезть неудобно. Так вот. Я думаю, будет вполне нормально. Так, чаша сухая, ребят. Когда размещаю мыло всегда в чаше, всегда это лучше делать в сухой чаше, потому что лучше приклеивается мыло. Вне зависимости от пластиковое это или керамика от компании «Мужской мир». То есть тут вот так вот размяли мыло. Все. Оно у нас готово к работе. По мазочкам сегодня будет новинка на нашем канале. Вот такая вот синтетика. 24 миллиметра, если я правильно помню. От компании Pearl. Я его предварительно промыл, высушил. И вот сегодня мы его запустим в дело. Ну и также он у меня сегодня, пока я умывался утром, чуть-чуть замочил его. И автошейвом сегодня будет Williams Колония Спорт. Очень мне понравился аромат этот. Давно его не выгуливал. И вот на предыдущем бритье как раз вспомнили про него. Да? Ну что, давайте начнем процесс генерации пены. Посмотрим, на что этот помазочек у нас способен. Интенсивность аромата мыла увеличивается, когда мы начинаем взбивать пенку.
еще водички требует. Пока что достаточно неплохо идет, достаточно неплохой отклик идет. Итак, сливочность пены мне нравится. Мыло веганское, мыло не жировое, поэтому должна быть пенка такая, наверное, легенькая. Вот как раз, кстати, и сравним по характеристикам. Предыдущий раз брились веганской холодной рекой. И тут вот веганский продукт от компании Pearl. Да. Конечно, я понимаю, что это, по-моему, первые пробы индийской компании с мылом, да? Ну, так, ну я думаю, что такой консистенции нам будет вполне достаточно. То есть я не супер густую стал делать. Вот такая вот сметанка, сливки, не знаю, как даже сказать. Чашка, в принципе, полна. Так, ну что, намочим лицо и вперед. Смочили лицо чуть-чуть. Помазочек мягенький. Да, конечно, в раскорячку ему так вот работать не очень. Это не его стихия, но вот красящими движениями. Очень даже ничего. Он такой приятный, кстати, аромат. Пена, ребят, на удивление достаточно плотная. Я думаю, будет более воздушная. Пока что мне очень даже нравится. Так, ну что, все. Давайте берем наш станочек. Как я уже говорил, пятая позиция, лезвие Permasharp новые. И вперед. Посмотрим, что у нас получится.
никакого давления. В случае с этим станком это вообще противопоказано, так как он за счет своего веса продавит сам что хочешь. Но, ребят, тут поразительная чистота на пятерке. И причем не могу сказать, что это как-то супер агрессивно. Вот вроде прыщечки наши, которые мы тот раз зажили. Так, ну, а на вторую половину я предлагаю перейти вообще на шестерочку. То есть даже вот так. Вот. Переводим на шестерочку. И, собственно говоря, попробуем с этой стороны пройти шестерочкой. Ну, тут, да, чувствуется, что агрессия, конечно, взросла, но это не какая-то запредельная. Если верить производителю, то гап этого станка изменяется в диапазоне от 0,25 до единички. То есть шестая позиция – это единичка. Как видим, что можно спокойно бриться. То есть этот станок намного комфортнее, по крайней мере, вот, ну, из тех лет, с чем мы брились, чем Меркур Прогресс, да? Но за счет если мы будем сравнивать с Рексом, например, Рекс идет также уверенно, но за счет более правильной развесовки своей Рекс выигрывает в удобстве. Рекс более эргономичен за счет этого. Вот, поэтому, ребят, пена, смотрите, мыло не подседает. Я бы даже, если бы может быть, еще бы водички добавил. Смотрите, плотность мыла вообще замечательная. То есть тут все просто шикарно. Так, второй проходит. Ну, давайте также на шестерке оставим, че уж. Бегать.
Ну, ребят, тут просто шикарно. Ребят, по мылу пока что вопросов вообще нет. Может быть, да, может быть, не какой-то суперсложный аромат, букет, да, но по своим характеристикам, сейчас рука чуть влажная, хотел подтянуть кожу, ни черта. Просто отлично, просто шикарно. Может быть, конечно, и лезвия здесь играют не последнюю роль. Но, ребят, под носом нужна будет небольшая сноровка все-таки. Чтобы хорошо пробриться. Но это червя. Больше брить нам нечего. Умываемся. Отлично. Я уже в предвосхищении, если честно, одеколончиком. Прям жду, когда этот спиртовой ударчик пойдет. Но, ребята, это просто класс. Я, если честно, сам до конца не верил. Ну, понятно, как бы, да, что все-таки гап не маленький, да, и, ну, должен же он брить. Но все-таки думал, что будет агрессивненько, а тут на удивление, ребят, просто. И мыло хорошо отыграло, и лезвие в станке заходит. Так, ну что, видим спорт, колония. Опа. Опять тут такой щедрый дозатор. Не сказал бы, что прям какой-то
сильный спиртовой удар. Конечно, он есть. Его не может не быть, да? О, хорошо. Чуть-чуть. Спиртик дадим. О, шикарно. Прям заряд бодрости, свежести и позитива на целый день, можно сказать. Так, ну что, давайте подведем итоги. Давайте начнем с помазочка и мыла. Ребят, помазочек для любителей мягкой синтетики, но свое дело знает отлично. Смотрите, сколько у нас еще пены осталось. То есть тут еще ого-го, бриться и бриться. По мылу. Ребят, честно сказать, удивило мыло. Первый раз его, значит, пробуем. Такая вот баночка маленькая, да, как уже показывал, 50 грамм. По аромату, да, может быть, это не какой-то суперсложный букет, но такой букет свежести, цветов. То есть на утро очень хорошо заходит. И при условии, что мыло веганское, достаточно кожа в хорошем состоянии после бритья. При бритье, опять же, достаточно агрессивными настройками, да, 5-6 позиция была. То есть это получается гап единичка и что-то около 0,87 там получается у них 5-я позиция. Вот такая вот история с мылом. Дальше, по станочку. Ребят, ну, ничего не могу сказать плохого. Единственный нюанс, который еще раз подтверждает, но это именно нюанс, это особенность этого станка, это вес. И основное, то, что весь вес в основном заключен в ручке. То есть она достаточно тяжелая, она такая толстенькая, да, хорошая накаточка приятная, никуда не скользящая. Но вот этот нюанс, и, ну, может быть, я бы вот, если бы мое мнение спрашивали, я бы, может быть, чуть-чуть удлинил ручку, да, чтобы как-то вот более он комфортно сидел в руке. Да, он очень похож на Рекс, но вот у Рекса ручка поуже, потоньше, и он полегче. За счет этого у Рекса чуть-чуть другая эргономика, и эта другая эргономика как раз дает определенное ему преимущество, на мой взгляд. То есть, но, опять же, не будем забывать, что Рекс у нас из нержавеечки, и стоимость Рекса чуть-чуть другая. Поэтому, как бы, тут тоже надо взвешивать все за и против. Ну и наш уже постоянный участник, одеколончик, да, Колония Спорт от Williams. Ребят, ну шикарная вещь. То есть для тех, кто любит такие спиртовые лосьоны после бритья. Просто аромат классный, цветочный, свежий. Очень подходит, кстати, под мыло. Впитался, все, ничего не оставил. Шлифим пока. Супер. Кожа такая стала чуть-чуть матовая. Не блестящая. Поэтому все отлично. Так что вот такое сегодня у нас получилось бритье. Как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Подписываемся на канал. У кого какие-то вопросы или под видео, или почта, Инстаграм, Директ. Всегда открыты. По мере возможности отвечаю всем. Так что всем хорошего дня, всем хорошего бритья, здоровья всем и до новых встреч. Пока-пока.